В этом видео я расскажу вам про бортовую панель переключателей на 4 прибора. Это заводская упаковка. В таком виде товар хранится у нас на складе. Панель, монтажное уплотнение, 6 нержавеющих саморезов и комплект наклеек. В зависимости от того, какой прибор вы подключите к переключателю, вот на эти места вы сможете выбрать соответствующую наклейку. Для монтажа данной панели вам необходимо будет сделать 6 отверстий. Вы можете использовать вот это уплотнение в качестве шаблона. Снять верхнюю панель. С обратной стороны наложить уплотнение. И закрепить все это с помощью самореза. После монтажа вы сможете установить декоративную панель. Она защелкивается и с легкостью снимается, если вам необходим будет доступ к автоматическим предохранителям. Нет ничего проще, как подключить эту панель к аккумулятору и посмотреть, как она работает. У меня есть панель, аккумулятор, и для примера я взяла вот такую вот маленькую помпу. В нашем интернет-магазине их много, так что можете подобрать что-то для себя. Плюсовой провод я завела на красный провод панели, он общий. Минусовой провод я завела на потребитель, и теперь я соединяю плюсовую клемму помпы и клемму одного из переключателей. Выключенное положение. Вы слышите, она работает. Она выключена. Для того, чтобы подключить подсветку, необходимо подключить отдельный провод. Вот такие вот красные индикаторы. Они будут гореть в том случае, если прибор включен. Если мы выключаем прибор, то и индикатор перестает гореть. В данной панели используются автоматические предохранители. Верхний на 5 ампер, следующие два на 10 ампер и нижний на 15 ампер. Мощные приборы вы подключаете к мощным предохранителям и наоборот. В нашем интернет-магазине есть и другие модели от производителя АЭС. Например, панель с гнездом прикуривателя или панель с индикатором заряда аккумулятора.